Джульетта пахла пыльным шкафом, Ромео теплым молоком и тихо пел воздушный клапан. В сарае темным и сыром, как полувздох и полудрема, качаясь на кривой петле. Но. В оскале узкого проема скрипела дверь, а клапан пел воздушный клапан, два баллона и над Джульеттиной груди и ржавого металлолома. Повисли цифры 33. И спросит кто-то, что же значит железогрязные куски на белоснежном легком платье на этой крохотной груди. Отвечу, ничего не значит, не значит ровно ничего, а у меня косяк заначен, и сухарей готов мешок.